представляет. Соня Смит, Мигель де Леон, Федро Лопес, Адольфо Кубас, Арнольдо Бетанкур в многосерийном телевизионном фильме «Мария Селеста». В фильме снимались Рафаэль Бресенио, Эрнесто Балси, Аранхель Делфин, Маурисио Гонсалес, Каролина Мота, Белен Диас, Анхелика Аренас, Ильяна Хакет, Айдита Артигас, Кристина Овин и другие. Композитор Адольфо Бруссо. Оператор Элио Мачадо. Автор сценария Орландо Мачадо. Продюсер Мариана Монсон. Режиссер Рафаэль Гомес. Мария Селеста, зачем ты здесь? Моя сестра выходит замуж, и я решила принять ее приглашение. Она просила быть меня свидетелем. У тебя хватило наглости прийти? Не понимаю тебя, Ирани. Это же было твое предложение, разве не так? О чем ты думаешь? Я? Ни о чем. А ты о чем? О том же, о чем и ты. Только будет лучше, если ты первый об этом скажешь. Я первый скажу? А что я должен сказать, Виолетта? Мне надоели эти игры в прятки, когда ни ты, ни я не говорим о главном. Мне кажется, пора поговорить открыто и честно. Я должна знать, что значит для тебя наши отношения. Кто я человеку, с которым провела уже не одну ночь? Какие чувства ты ко мне испытываешь?
Ну как, песенку послушать не хотите? Нет, старик, давай отваливай. Ну же, заказывайте. Что вам спеть? Не надо? Спасибо, парень. Спасибо. Может, кто другой захочет меня послушать? Ну как, вам понравилось? Вот, возьми и мотай отсюда. Спасибо, парень. Повнимательнее смотри за своей подружкой. А вот еще парочка. Давай, давай, Ларри. Давай. Специально для вас. Послушайте. Не надо, держи, проваливай, проваливай. Спасибо, большое спасибо. Не буду вам мешать. Красивая вы парочка. Итак, кто хочет послушать великого Ларри? Великий Ларри. Ты можешь сказать, как называются наши отношения? Кто мы друг другу? В первый же раз, как это случилось, мы с тобой все обговорили. Думаю, сейчас не лучшее время для выяснения, почему мы вместе. К тому же, уже поздно, а мне завтра рано вставать. Значит, вместе мы только в постели, Самарио. К тому же, тот раз должен быть не только первым, но и последним. Выходит, ты просто решил не упускать случая. И все это время это был только удобный вариант. Для меня это ужасно. Но так больше продолжаться не может. Я должна узнать и имею право знать, что я значу для человека, который спит со мной. Почему ты со мной? Ну хорошо. Потому что я осел. Слабый человек. Но я не подлец, каким ты меня считаешь, Виолетта. Это ты воспользовалась случаем, чтобы отомстить матери. Сделать ей больно. Воспользовалась первым же представившимся тебе случаем. Разве не так? Ответь. Я тебя слушаю. Спой-ка ту, что пели центурионы. Я тебя знаю, приятель. Ты инопланетянин. Нет, меня не проведешь. Шалишь. Считать умеешь? Считать? Конечно, умею. Так вот, меня ты сейчас не досчитаешься. Счастливо оставаться. Ларри, Ларри! Что тебе здесь нужно, Селеста? Хочешь расстроить мою свадьбу? Мы должны продолжить церемонию. Подождите минуточку. Сантьяго, не нужно. Уходи отсюда, Селеста. Я пригласила тебя на свадьбу, потому что мы сестры, но после всего того, что между нами было, тебе не следовало приходить. Чего же вы ждете? Не думаю, что из-за меня вы отмените свадьбу. Или все же отмените? Нет. Из-за тебя, конечно, нет. Пожалуйста, продолжайте. Нет, нет, прошу вас, всего минуту. Чего ты ждешь, Сантьяго? Вам же нужен свидетель. Пожалуйста, продолжайте. Отлично. Гражданин Сантьяго Аспуруа Сантаэлия законным путем вступает в брак с гражданкой Иранией Романо Идальго. Все, что случилось, случилось помимо нашей воли. Поэтому вряд ли мы сможем дать определение нашим отношениям. Тебе было плохо. Я был рядом. Вот и все. Замолчи. И не подумаю. Я никак не пойму, из-за чего весь этот сыр-бор. Ты воспользовалась случаем, чтобы отомстить матери. А я оказался рядом. Хватит, Самарио, уходи. Нет, нет, нет. Ты капризная девчонка. Выслушаешь меня. Тебе придется, потому что все это случилось из-за тебя. Из-за твоего дурного характера. А я всего лишь позволил. Всего лишь
позволил. Это уж слишком, Самарио. Немедленно убирайся из моей комнаты. И видеть не хочу тебя ни днем, ни ночью. Ты для меня никто. Негодяй. И не пытайся встретиться со мной. Никогда больше не пытайся. Сколько месяцев я ждала, что ты вот-вот расскажешь мне о своих чувствах. Поймешь, что мы с тобой единое целое. Признаешь нашу любовь. А ты трус. Идиот. А трусы и идиоты мне не нужны. Так что убирайся отсюда, чтобы духу твоего здесь не было. Уходи. Самарио, убирайся. Погоди, Виолетта. Уйдешь ты наконец или нет? Теперь я тебе скажу, этого больше никогда не будет. Убирайся. Виолетта. Виолетта, пусти. Виолетта, открой. Давай поговорим. Виолетта, я прошу у тебя прощения. Честно. Прости меня. Виолетта. Виолетта. Если ты меня сейчас не пустишь, можешь забыть о моем существовании. Виолетта, я извиняться больше не буду. Потом сама придешь, но будет поздно. Капризная девчонка. Виолетта. Виолетта. А теперь, сеньоры, приступим к чтению прав и обязанностей супругов, оговариваемых брачным договором. Договор скреплен подписями. На этом церемония бракосочетания заканчивается. Вот здесь, пожалуйста. Теперь вы, сеньорита. Попрошу свидетелей. Второй свидетель. Спасибо. От имени президента республики, властью, предоставленной мне законом, объявляю вас мужем и женой. Дорогой. Церемония завершена. Браво, браво. Поздравляю тебя, дорогой. Поздравляю вас обоих. Желаю счастья, Сантьяго. А теперь, господа, приглашаю всех к столу. Мануэль, шампанское. Сию минуту. Надо поздравить молодых. Прошу всех в зал. Сеньор Ирания, это передали вам. У кого такой отвратительный вкус? Семейного счастья тебе, подруга. Пусть оно будет таким же прекрасным и свежим, как эти цветы и их колючки. Ты скоро вновь услышишь обо мне. Ты и все прочие мои должники. Навеки твой, Арасио Аумада.
Откуда взялся этот мерзавец? Выбросить эту гадость. Немедленно. Сию же минуту. Остановись, Ларри, постой. Успокойся. Я не желаю тебе зла. Нет, 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 землянин. Я не хочу возвращаться на твою планету. Мне так нравится эта звезда. Я останусь тут навсегда. Ларри, осторожнее, не упади. Я не сделаю тебе ничего плохого. Я не собираюсь отправлять тебя назад. Ларри, я не землянин. Ты помнишь сеньору Мартирио? Мартирио Паниагуа. Я ее друг. Тем хуже для тебя, парень. Этой дамочки здесь уже нет. Она отправилась прямехенько на Юпитер и больше не вернется. Ларри, осторожней. Мне очень надо поговорить с ней. Помоги мне, Ларри. Скажи, где она? Где она, Ларри? Нет, ничего у тебя не выйдет. Хочешь надуть меня, землянин? Я вижу тебя насквозь. Я сразу узнал тебя. Прощай. Ларри, не упади, осторожней. Господи, самому бы не свалиться. Ну надо же. Это у них семейная традиция. Скандал на свадьбе. А Сантьяго такое впечатление, что его заставили жениться. Оставь комментарии при тебе, Каролина. Ладно? Ты уже забыл Химену? Забыл, как она выставила тебя на посмешище? При всех. Привет, Химена. Как жизнь? Сам видишь, отлично. Позволь представить, это Даниэль Вальядарес. Очень приятно. Приятно познакомиться. Каролина? Очень приятно. Очень приятно. Извини, Андрес, у нас женские разговоры. Пожалуйста, пожалуйста. Вижу, ты быстро утешилась и нашла замену. Действуешь по пословице «клин клином вышибают». Да, но не забывай, что это не я у лучшей подруги отбила жениха. Если мне не изменяет память, ты сама его бросила. И не моя вина, что прогадала при этом. Официант. Андрес. Сеньор Вальядарес, предлагаю тост за то, что впервые в семействе Аспуро свадьба состоялась. Ваше здоровье. Сантьяго, обрати внимание на меня. В конце концов, на ком ты сегодня женился? Нельзя же так откровенно на нее заглядываться. Шею свернешь, дорогой. Насколько я могу судить, у Селесты надежный спутник, и нет нужды за ней приглядывать. Сантьяго. Ну и как? Ты довольна? Цель достигнута. Может, пойдем отсюда? Нет. Еще не время. А тебе не кажется, что уже достаточно? Ты отлично справилась со своей ролью, а она требовала немалого мужества. И теперь эту историю Сантьяго Аспуро пора заканчивать. Знаешь почему? Потому что ты все еще страдаешь. Ты прав. Страдаю. И очень сильно. Мне сейчас так плохо, что я даже плакать не могу. Кажется, сердце разорвется. Манаура. Но именно сейчас ты рождаешься заново. Знаешь, иногда надо коснуться самого дна, чтобы подняться. И тебе это по силам. Ты сможешь, дорогая. Ты сможешь. Поверь. Зачем ты здесь? Пришла посмеяться надо мной, над моими чувствами. Вот ты где, я потеряла тебя. И твоя жена не может тебя найти. Иди к ней. Она хочет произнести тост. Только что пришли наши друзья. Пойдем, дорогой.
Пошли же. Вот что, сеньорита, я буду признателен, если вы пройдете со мной. Нам надо поговорить. Пожалуйста. Я пойду. Удачи тебе. Спасибо. Неправда, неправда. Я не хотела мстить матери. Я не собиралась мстить ей. Ты ничего не понял. Так ничего не понял, тупица. Я ненавижу тебя. Ненавижу за то, что ты такой идиот. За то, что ты именно тот человек, который нужен мне больше всего на свете. Такое впечатление, что праздник не очень-то вам нравится. О вкусах не спорят, сеньора. Вот вы какой загадочный спутник моей сестры. Еще один готовый сдувать с нее пылинки. Или я ошибаюсь? Нет. Почему же вы абсолютно правы? Именно в этом цель всей моей жизни. Прошу вас, только не нужно рассказывать мне обо всех достоинствах моей сестренки. Терпеть этого не могу. Ответьте лучше. Что вы в ней такого нашли? Что такого особенного она может дать вам? Нечто, чего вы, я совершенно в этом убежден, дать не в состоянии, потому что не понимаете даже, о чем речь. Вам я говорю то же самое, что и сестре и ранее. Я вернулась, чтобы найти свою мать. Мне не кажется, что ее следует искать сегодня и здесь. До каких пор ты намерена преследовать Иранию, вмешиваться в ее жизнь? Ты здесь только ради того, чтобы отравить счастье моей внучки. Дон Патрисио, к чему такой пафос? Вы пытаетесь спасти то, что заведомо обречено. Счастье вашей внучки. А вам известно, Дон Патрисио, какие муки и страдания пришлось перенести мне по ее вине? Откуда же вам знать? Не знаете и знать не желаете. Ну уж если вам так хочется... Я признаюсь, да, действительно, я пришла сюда, чтобы помешать счастью вашей внучки. Так же, как она помешала моему. Ладно, тост произнесен, пойду займусь гостями. Дорогой, ты же не официант. Мы специально обратились в лучшее агентство. Не выдумывай, и встреч с этой девицей тебе искать не следует. Не забывай о гостях. Мама, хватит обращаться со мной как с ребенком. Тогда и веди себя как взрослый человек. И потом еще один свадебный скандал наша семья просто не переживет. Это бесполезный разговор, сеньора. Мне не о чем с вами говорить, тем более о вашей сестре. А вы не подумали, что, возможно, не сестра меня интересует? Может, мне непонятно, как удалось ей заполучить такого человека, как вы? Сеньора, вам этот разговор не кажется странным? Вы же только что вышли замуж. Вышло? Ну и что это меняет? Для вас ничего, для меня много. Но коль мы уже так откровенны друг с другом, позвольте я говорить с вами прямо. Да, конечно. Должен вам заметить, сеньора, я знал многих похожих на вас женщин. Очень многих. Поэтому ошибиться не могу. Только не пытайтесь уверить меня, что и Мария Селеста такая же. Так вот, я почти уверен, что вы причастны к исчезновению вашей матери. Поэтому советую быть осторожней. А теперь извините меня. Марти, Марти, да проснитесь же, Марти. Что случилось? Марсиане, марсиане здесь. Где? Какие марсиане?
Марсиане, марсиане, они гонятся за нами. Марсиане уже здесь. Марти, они на этой планете. Что ты здесь делаешь, Селеста? Что тебе нужно на этой свадьбе? Мало ты страдала? Хочешь, чтобы было еще больней? Мария Селеста, наконец-то. Наконец-то могу побыть с тобой наедине. Отлично выглядишь. Ты очень эффектна сегодня. Настоящая красавица. Видно, этот парень из Зельвы пришелся как нельзя кстати. В тебе появилось даже что-то загадочное. Нездешнее. Такой ты мне и снилась. Да? Предлагаю срочно проснуться, сеньор Тиберио. А то не успеете сосчитать до пяти, как меня здесь уже не будет. Извините. Послушай, Аспуро, тебе нетрудно объяснить, что все это значит. Это я должен спросить тебя, Манаура. Что происходит? Что за роль у тебя в этом спектакле? Верный рыцарь Марии Селесты? По правде говоря, я не в восторге от всего этого, но я должен быть рядом с ней. А вот ты поступил неудачно. Чем плоха моя роль? Роль порядочного человека, выполняющего свои обязательства перед Иранией. Это тебе не позавидуешь. Дожидаться, не снизойдет ли до тебя Селеста. Но уж нет. Виолетта, девочка моя, что с тобой? Ты плачешь? Ответь мне. Виолетта, дочка, открой дверь. Пусти меня. Знаю, я была не права. Заставила тебя страдать, но я же не специально. Виолетта, вся моя жизнь в тебе, дочка. Ты единственная, что есть у меня на этом свете. Если я что и скрывала, то только потому, что тебе было трудно примириться с той моей жизнью. Пожалуйста, не гони меня. Не гони меня больше. Прости меня, девочка моя. Прости. Прости за то зло, что я причинила тебе. Прости, дорогая. Ты плачешь из-за меня. Не надо, родная моя. Я не стою твоих слез. Не отталкивай меня, Виолетта. Не гони. Виолетта, девочка моя. Позволь мне побыть с тобой. Пожалуйста. Ты сейчас в таком состоянии, что думаешь только о себе. А нет, ты подумал. Ей-то каково? Что-то сегодня ты не в себе. Точно не в себе. Только дай мне поговорить с другом. Тем более, ты сам мне рассказал, что случилось с ней, с ее матерью. Да как же ты мог оставить ее одну? Твое место рядом с ней. Но я же пытался. Да ладно тебе. Может, ты и пытался. Да что толку? Ты сейчас как слепой. Вот, посмотри. Руки свои видишь? Ну, вижу. Подумай о ее горе. Виолетта в ссоре со своей матерью. С женщиной честной,
и доброй. А Виолетта считает ее дурной женщиной. И обе страдают, плачут и переживают. А вот дальше своего носа ты точно ничего не видишь. Верно. Посмотри вокруг. Оглянись. Оглянись. Видишь эти лица? Хоть одно из них говорит о любви. А потом спроси. Спроси любого о любви. Вон хотя бы Рудольфу. Спроси его, что такое любовь и счастье. Он будет говорить, а ты будешь видеть только Виолетту. Только ее лицо будет перед тобой. Вот тогда и поймешь, что она для тебя значит. Привет, ребята. Смотрю, что-то скучно вы тут сидите. Вот, пожалуйста. Спасибо. А что такие невеселые? Случилось что? Да нет, ничего. Меня не проведешь. Ну что, Самарио, готов, парень? Точно тебе говорю. Раз задумываться начал, значит, готов. А ты чьи-то, выходит, жизни его учишь. Ладно, угощаю. Как не угостить ангелов-хранителей моей любимой Виолетты, ее защитников? Давайте, не стесняйтесь. Давайте, давайте. Спасибо тебе. Сеньорита Мария Селеста, я чай принес, вы просили. Спасибо. Пейте, не бойтесь, он уже немного остыл. Сеньорита Селеста, простите меня за смелость, но вы должны знать, что я к вам отношусь с большой любовью. Я знаю, Мануэль. И еще я прекрасно вас понимаю. И я на вашей стороне. Всегда можете рассчитывать на меня. Большое спасибо. Долго ты еще намерена испытывать мое терпение? Столько же, сколько и ты мое, и ранее. Спасибо за чай, Мануэль. Давай прекратим этот разговор, Сантьяго. Ты говоришь, что женился на Иране, чтобы выполнить свой долг перед ней. Благородно. Только не такой уж ты благородный, каким хочешь казаться. У меня никогда ничего не было с Марией Селестой. Никогда. Но я люблю ее. Слышишь? Люблю. А вот ты убил вашу любовь из-за своего уязвленного мужского самолюбия. Понятно? То, что было у нас с Марией Селестой, никого не касается. Особенно тебя. Правильно. Абсолютно верно. Прошлое меня не касается. Зато настоящее касается. Она сейчас страдает по твоей вине и по вине Ирани. И предупреждаю тебя, я сделаю все, чтобы дать ей то счастье, которое ты не смог дать. Я подарю ей любовь. И я рад, что побывал на этой свадьбе и смог увидеть и понять, откуда это ее боль, эти страдания и одиночество. Можешь не сомневаться. Я сумею вырвать Марию Селесты из этой бездны и научу снова радоваться жизни. Надеюсь, ты меня понял. Селесте? До каких пор ты будешь преследовать меня? Красть то, что принадлежит только мне. Не смей прикасаться ко мне даже пальцем. Зачем ты пришла? Помешать моей свадьбе? Опомнись. Ты же сама просила меня быть твоим свидетелем, не помнишь? А я всего лишь хотела посмотреть на счастье своей сестры. Так в чем дело? Что-то ты не очень весела. Чему ты так радуешься? Со мной все в порядке. Я очень счастлива. И у меня есть все. Дом, деньги, семья, дедушка, уважаемый всеми человек. И я только что вышла замуж за любимого человека. Я замужем за тем, ради которого ты готова землю есть. Да, это ни для кого не секрет. Ты умираешь от зависти. Иране, держи себя в руках.
Сантьяго, Селеста явилась сюда, чтобы помешать нашему счастью. Не позволяй ей этого. Скажи ей, что любишь меня, и попроси ее уйти. Слышишь, о чем тебя просит жена? Ну же, скажи, как сильно ты ее любишь. И жить без нее не можешь. Замолчи. Заткнись. Сантьяго, не позволяй ей унижать меня. Сантьяго, прошу тебя. А ведь ей плохо. Ей плохо от того, что она проиграла, а я выиграла. Ну все, хватит. Вот именно, хватит. Пойдем, Манаура. Ты был прав. Мне здесь нечего делать. Если ты не оставишь меня в покое, тебе не жить. Хватит. И не смей здесь больше появляться. Здесь все мое. Прекрати. Но ведь ты... Ты действительно мой, Сантьяго. Консуэло Паниагуа. Могла ли ты когда-нибудь подумать, что вот так придется платить по всем счетам? Но может, все, что не делается, к лучшему, как говорит Роду. И он прав. Прав. Консуэло, ты не спишь, но уже очень поздно. Что-то случилось? Что со мной могло случиться, Купертино? Жизнь, Купертино, бьет меня без жалости. Выставляет счета за прошлые грехи. А самое ужасное — это то, что от меня уходит. Мой самый любимый человек. Самый дорогой человек. Моя дочь. Клянусь тебе. Я никогда себе не прощу того, что произошло. Никогда. Каково видеть тебя без обычной улыбки? Я сделаю все, что в моих силах, чтобы вернуть тебе и твоей дочери радость жизни. Вернуть счастье. Но я и подумать не мог, что то расследование обернется такой бедой для Виолетты. Такая уж у меня работа. Ничего не поделаешь. Какая теперь разница? Я не держу на тебя зла. Это твоя работа. Тебе заплатили, и ты отработал эти деньги. Ну а что из этого вышло? Не тебе рассказывать. Ты сообщил Иране, а та уж постаралась. Нет, все было не так, Консуэло. Я ничего не говорил Иране. Я поделился только с Касту. Консуэло, я никак не думал, что это расследование приведет к таким последствиям. Моя работа — искать и находить правду любой ценой. Я занимаюсь этим, не жалея сил. Но клянусь тебе, знай я тогда, что от этой правды пострадает твоя дочь, и ты... Я предпочел бы не знать ее никогда.
Ладно, Купертино. Теперь уже все равно. Беда в том, что изменить ничего нельзя. Консуэло. Мне невыносимо видеть, как ты мучаешься. Я на все готов, лишь бы снова ты была счастлива. Если ты попросишь принести луну с неба, я принесу ее и повешу над твоей кроватью, лишь бы ты снова могла смеяться и быть счастливой. Попроси мою жизнь, и я отдам ее тебе, Консуэло. Ну вот, Рудольфо, мы и дома наконец-то пришли. Все хорошо, Рудольфо. А теперь, Самарио, давай-ка еще одну споем. Нет. Споем, обязательно споем. Ты это знаешь. Пусть я шут, пусть циркач, ну что же. Пусть меня так зовут вельможи. Родо, дорогой, что с тобой? На кого ты похож? Чьи-то. Почему я такой невезучий? Почему все время опаздываю? У меня целая коллекция опозданий и несвоевременной любви. Никогда, ни разу в жизни мне не удалось стать счастливым, а я так старался. Но куда тебе, шут? Да, я не был счастлив. И не буду. О чем ты? Консуэло. Слишком поздно появился я под балконом дамы моего сердца. Для меня все слишком поздно. Родо, не говори так, не надо. Марти, не пугайтесь. Марти, это я. У меня для вас два подарка. Один поможет укрыться от холода. Смотрите, вот. А другой, Марти, долгий же он путь проделал, и вот, наконец, пришел. Смотрите. Не может быть. Это моя фотография. Моя фотография. Нет. Хоть вы и капитан Марти, должны простить меня. Это моя фотография. Она принадлежит мне. Но так как все ваше мое, а все мое ваше, то я ее вам дарю. Правильно? Вы только посмотрите. Вот Цезарь, вот Селина, а вот и их звездный ребеночек. Совсем как в песне. Да, Ларри. Это фотография, наше прошлое. Наша молодость. И кто знает, сколько добра или зла она принесет.